В Госдуме предложили наказывать мотоциклистов за опасное вождение. Разработан законопроект, который запретит водителям двухколесных опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Об этом журналистам рассказала автор документа, депутат Нижней палаты Светлана Басараб. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами, приводит газета «Известия» слова собеседницы, которая также добавила, что в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем водителей авто. Соответствующие поправки парламентарии предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предлагает накладывать штраф в размере 3000 рублей за движение в полосе параллельно с машиной и 15 тысяч за опасное лавирование по междурядью. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.